Привет, на приеме Евгений Севажилис. Надеюсь, что праздничный блиц-опрос не застанет меня врасплох. Из чего состоит салат оливье? Из огурцов, картошки. Кто чаще всего чистит мандарины? Люди, кто ожидает праздник Новый год. Кто автор знаменитой песни «Новый год к нам мчится»? Дискотека «Авария». Как объяснить Мэтту Андерсону, что такое селедка под шубой? Показать и дать попробовать. Что взял в дьюти-фри на Новый год? Все. Кому повезет в год лошади? Лошади. Зачем Деду Морозу Снегурочка? Чтоб удобно было ходить вместе с ней. Кто в команде идеально подошел бы на роль Деда Мороза? Владимир Романович. А на роль Снегурочки? Томмазо Тоттало. Почему? Потому что они вместе ходят, как Дед Мороз и Снегурочка. Что дарить, если идешь в гости, а подарка нет? Хорошее настроение, радость, смех, шутки. Что делать, если на праздник позвали с девушкой, а девушки нет? Сочувствую таким. Что делать, если пропустил новогоднюю речь президента России? Не расстраиваться, она всегда одинакова каждый год. Продолжи песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. А теперь супер блиц. Я называю слово, а ты первое, что придет в голову. Дед Мороз. Снегурочка. Снегурочка. Дед Мороз. Дед Мороз. Снегурочка. Мандарины. Новый год. Оливье. Новый год. Владимир Олегна. Новый год. Все равно Новый год. Салют. Праздник. Всех с Новым годом, счастья, любви и исполнения всех желаний. Билеты на матчи Казанского «Зенита» доступны на нашем сайте. Выбирайте матч, место и приходите на игры «Зенит-Казань».